Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freestone Games. Мы возвращаемся на круги своя, но опять же, возможны где-то нюансы. Почему? Потому что смена работы, Тейтон, вот это все, короче, возможно, где-то трудности. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Его зовут Бак, он полный мук. Ага. Подожди, поговорите с Баком. А конвой, я не помню, или мы с конвоем там уже было что-то. Я честно не помню, давненько уже в игру не заходил. Так, ну пойдем посмотрим, что нам там скажут, расскажут. Вроде как у нас есть пока что все, что нам необходимо. Надо привыкнуть, что камера у меня стоит здесь, там у меня все вот это. Ой, ладно, попробуем. Так, помчали. Бак не Бак, который мудак. Ого. Вот это мы прыгаем, неплохо. А далеко? Далеко бежать-то? Да что такое? Ты что, глубоко что ли? А, нихера тут глубоко. Твою ж ты дивизию. Я вроде с Баком уже общался. Или я что-то путаю. Какие-то сохранения корявые немножко. Ты Бак? Ты Бак? День рождения не сегодня, но ты похож на Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его, Хойта? А, это он. А, все вспомнил. А он назвался... Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен Кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Аргумент. Найди его. Сделаешь? И мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потеет. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах. Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Нет, не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали. Ну, вроде звучит достаточно таки простенько. Так, ну и куда мне? Да. Ну тогда пойдем, наверное, через текиловый восход. Почему бы, собственно говоря, и не... О, брат. А можно узнать, как из этого... Это дверь? А где дверь? Ага, все, нашел. Да заблудился я немножко, но с кем не бывает. Так, где текиловый восход? Я, наверное, пойду все-таки туда для начала. Просто почему бы и нет. Собственно, бляха, опять туда смотрю, там камера раньше была. А потом уже разберемся, где, что и как. Помчали, побежали. Что у меня по пушкам? Вспоминаю. Так, вспоминаю. Гранаты есть. А что? Так, есть дробовик. Это для того, чтобы в упор стрелять. Ближний бой. Это у нас средняя дистанция. И это у нас дальний бой. Все, отлично. Без проблем, но сейчас все сделаем. Вообще изи-пизи катка. Так, это что, я уже пришел? Ой, это я уже пришел. Так, вот этих вот чисто в голову только надо. Я вижу одну сигнализацию. Вижу еще одного головастика. Я вижу вторую сигнализацию. Ну... Вроде как несложно. Можно, конечно, просто в наглую туда завалиться и разъебать всех налево и направо.
Но я хочу как-то плюс-минус это все более профессионально делать. Хотя таковым профессионалом я и не являюсь, но хочу казаться это покруче, да? Че, проберитесь на ностальгию. Да, ностальгия это, конечно, оно, ага. Где мне тут наверх-то про... Че за движ? Чего это? Потерянное письмо какое-то нашел. Одно из 20. Так, ладно, это потом. Пойдем. Я вообще наверх шел. Мне надо аккуратненько снять сигнализацию с другого края лагеря. Так, чтобы меня не спалили. Можно было начать с другой сигнализации, но... Блин, есть вероятность того, что меня просто-напросто спалят и побегут к другой сиге, которая дальняя. И тогда будет все очень печально. Опа. Дельтаплан. Тихо. Вот здесь? Ага. И тут прям типа никого? Фига, я отсюда могу обе сигналки снять. А что так громко? У меня глушителя, что ли, нет? Эта штука разбита. А что так громко-то? Да в смысле? Оглушитель? Да как так-то? У меня же глушитель был. Ой, погорел, пацан. Тихо. Бляха, бесполезная граната вообще. Я не могу понять, они за деревьями находятся или нет. Ох, ебать! Веточка. Так, ладно. Хера, они бронированы. Пошел ты нахуй. Охренеть, он жесткий. Таких у меня до стеля не было, пацанов. Я даже не заметил. Охренеть, вот это типы, конечно. Лютые, беспощадные. Как и я. Фух, так, ладно, пацаны, у вас что есть? Что я сделал? Да бляха, куда? Что-то мне дробовик... Дробовик как-то не понравился. Почему он постоянно перезаряжается после каждого выстрела?
Это же как-то называется автоматическое, полуавтоматическое ружье. Я его поменял, какой-то другой, что ли, взял или что? Мне почему-то казалось, что нормально доселе стреляли. Без вот этой всей хуйни вашей. Подожди, где магазин тут? Здесь нет магазина. Как это? Обычно магазин есть всегда. Надо дробыш поменять. Это не дело. Он перезаряжаться должен только один раз, тогда, когда у него закончились патроны в обойме. Все остальное время он не должен перезаряжаться. А, вот здесь же магазин, точно. Здрасте. Так, аптека. Флешки никакой нет. Ну ладно. Надеюсь. Так, смотри, я продаю, значит, быстрая продажа на $225. Что-то очень маловато как-то. Дробовики. У меня сейчас вот этот. Рычажного действия наносит огромный урон в ближнем бою. У этой модели 28-дюймовый ствол, что немного увеличивает дальность стрельбы. А здесь у меня какой обвес стоит? Какой-то обвес стоит. Тут типа дальность. Урон одинаковый, здесь мобильность ниже. Подожди, я, наверное, вот этот попробую пока взять. Изменить. Ага. Не, а зачем мне это? Да, я лучше боеприпасов куплю. 528! Охренеть, не встать. Чё так дорого-то? Все так дорого. Цены растут, зарплаты не растут нихуя. Ладно, я пошел. Так, это ты, дробовик. Слушай, ну, по-моему, нихера оно лучше не стало, но... Блин, ладно, разберемся. Чё-то дробовики какие-то тут голименькие. Возможно, вместо дробовика придется взять ПП, пистолет-пулемет. Или РПГ какой-нибудь. Лук у меня есть. Дробыш есть, автомат вроде как бы все есть. Бляха, надо подумать. Но РПГ, кстати, можно взять. Так, а это мы в ночь отправляемся, да? Ну хорошо. Типа стелс. А у меня есть что по очкам навыка прокачать? Навыки... Одно очко есть. Изготовленное снадобье будем... При падении с высоты вы можете стрелять из одноручного скользя по тросу, под водой, но из глотка свежего воздуха. Щелкните А. 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 То есть F, чтобы убить врага, стоящего выше на уступе. Нажмите пробел, чтобы сверху прыгнуть на двух врагов и убить их. Нажмите лыжи, чтобы перекрестие прицела стало неподвижным в 4 раза дольше. О, вот это, кстати, прикол. Вот это прикол, это хороший прикол, кстати. Так, во время прицеливания будет проще удерживать лук. Ну, это чисто лук. Слушай, давай за оптику прогонимся. Где тут оптика была? А, ну мне типа надо еще прокачать что-нибудь до этого. Давай тогда вот это сделаем. А, вот этот ряд надо было. Да ладно, хер с ним, нормально. Тоже пригодится. Ну, не хочу я качать себе этот глоток свежего. А что такое? Упал. Не доплыл, малеха. Бляха, сейчас меня акула пожрет. А я надеюсь, тут можно как-то по якорю залезть? Или какие-то еще варианты другие? Там вроде через текстуры что-то просматривается. Вот чуть ниже, но... Когда ныряешь, не видно ни хрена. А, это отражение. Так, я понял, ладно. Опа, сохранение пошло.
А вот и лесенка. Ничего, ни бинокль, ни камеру. Ну, в смысле, камеру я не могу достать. Из бинокля нет, здесь же камера вместо бинокля. Ничего сделать пока не могу. Во, вот теперь тихо застреляла. А что не так-то? До этого-то что было не то? Глушитель не прогрузился, что ли, или где? Я ранен! Ёб твою мать! Ох, блядь! Об этом я не подумал, маленько. Куда это падло делать? Да здесь это падло. Ладно. Шоколадно. Да ты, сука! Бля, как ты больно-то стреляешь. Почему у меня с гранатами ни хрена не получается? Ну, вроде как нормально, красиво, плюс-минус попадаю. Щекотно? Охереть, ему щекотно. Ну ты собака, блядь. А как мне туда пройти? Подожди. Так, я понял. Не, я не понял нихера. Так, пошел ты к черту. Не получился у меня стелс немножко. А тут нельзя, да, в контре подпрыгнуть, как в контре подпрыгнуть и сразу присесть, нет? Эх! И, кстати, не только в контре, это, по-моему, в Вольфенштейне, если я не ошибаюсь, также я делал. Вольфенштейн Return to Castle, если что. Давай. Ох, ебать. А тут тоже пацаны есть. Тихонько. Не, я просто думал, что уже никого не будет. Ох, блябушка. Пока они не найдут нож по записям в компьютере. Надо залезть в этот комп. Он ко мне идет?
жарко. Блять, да сколько же тут пиратов? Ну, видимо, до хера и больше. Зачем я их обыскиваю? У них обычно же ничего такого интересного нет. Денежек немного есть, но не до такой степени, чтобы их всех шмонать. Одну сигналку я точно вырубил. Где-то еще есть вторая, но она, наверное, на нижней палубе. Надо было, дружище. Тихо. Нормально успел. Остальные, интересно, спалили, нет, контору? Эй, тебе крышка! Не знаю, где ты, на, держи. А, я не то сделал. Да ебаный стыд, ну почему она летит в потолок-то? Вот никогда мне не везло с гранатами, никогда не умел с ними обращаться. Да ёб твою мать! Да какой ты тупой бой, какая тупая... Перестрелка, ёбана! На! Ты жалок! А ты быстро не умеешь ходить. Понял? Поэтому я круче, как ни крути. А, так, придется вот эту дичь тогда хапнуть. Буду прям вообще хорошо так целиться из оптики. Спорю, что в этом компьютере что-то есть. Ну что-то наверняка, там порнуха, например. В любом компьютере есть порнуха. Если что, у меня нету. Я просто не скачиваю. Это вроде важный компас. И может приведет к ножу. Быстрей, говнюк! Это шутка? Ох, ебать! У меня сразу встает вопрос. А почему обязательно скачивать информацию? Почему нельзя было ноутбук взять с собой? Ну, когда системник, это еще понятно. Ну, ноутбук маленький и, судя по всему, плюс-минус защищенный. Ну, возьми его с собой. Зачем надо было что-то ждать, скачивать или еще что-то? Закрыл, схватил этот топчик, все унес. Че такое? Ой, я вовремя прокачал эту штучку. Нихера я молодец. Где? Я вовремя обилку на кислород прокачал. Да, я красава. Так, куда мне плыть? Ага. А я ж не вижу ничего. Я не вижу, тут есть дырка, нет тут дырки, блядь. Я серьезно не могу понять, куда мне плыть. Я не вижу. А, вот же, твою мать. Все монотонное, однообразное, ни хрена не понятно. Так, Джейсон, пора выбираться. Зачем? Зачем ты это делал? Зачем? Это ненадолго. Типа, чтобы меньше корабль, медленнее корабль тонул? Возможно, кстати. Об этом я, кстати, не подумал. Так, здрасте.
О, а ты кто такой? Ну, прости, братан. Оп, кислородец. Немножко неудобно, что у меня нет показателя кислорода. Шкала какая-нибудь такая, которая заканчивается периодически. Контрольная точка, ништяк. Оп, еще кислородец. Ага. А, ну акулы пока трупы будут доедать, я нормально. В смысле, а что случилось? Опять трипы? Так, даже баг, по-моему, нет? Эй, Джейс, не спи, замерзнешь. Подъем. Смешно, конечно. Открой сомкнутые негой взоры. Да вставай же, давай. А вот и ты. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Кито это не понравится. Похоже, ему уже неловко. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Компас? Есть компас, да. Отлично, здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь, если можешь справиться сам... Я иду к Киту. Ладно? Бывай. Почему у него на груди татуировка оленя и написано Бак? Его же зовут Бак. То есть он видит себя как оленя и подписался... Непонятно. Ну, серьезно, я этого немножко не понимаю. Так, эндорфины, стимулирует выделение эндорфинов, восстанавливает здоровье и увеличивает количество ячеек здоровья на 4. Хорош. Эти ячейки не регенерируют. А, все, я понял, что это такое. Мне нужны так-то зеленые листы по-хорошему. Куда мне бежать? Так, а я здесь. Давай тогда мастерские Нета сразу захватим, раз уж я здесь. Чисто по пути. Бак Хьюз. Допустим. Я устал от этого места. Весь остров и все на нем могут катиться к черту. Да, неудобненько, конечно, они расположились. Но здесь есть Мишка. Косолапые. В смысле снайпер? Так, а когда ломаешь же этот, они не поднимают ни тревогу, ни кипиш, ничего такого не происходит же, если дикое животное выпускаешь. Бляха, спрятался, подонок. А, подожди, а мне же Мишку тоже предстоит утыкивать. Твою мать. То есть Мишка, получается, меня спас, а теперь я должен Мишку ухшатать? Как-то несправедливо. Блин, а что мне с этим медведем теперь делать? Бляха, Михуил, я тебе отвечаю, не подходи, твари. Убью ведь сразу же. Я не хочу этого делать, но придется. Так, тихо, Михуил, 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 Миша, Мишаня, спокойно.
все нормально. Да не хочу я его убивать, за что он мне помог? Ебать, я думал, он зашел. Нихера себе, Михуил, ты меня пугаешь. Так, продажа на 50 баксов, а покупка на 288. Ёб твою мать. Это еще со скидкой 20%, 30%. Короче, сколько это скидка? Пизда Михуилу. Ну, давайте будем честны. Друг, я его не убивал. Молодец. Но у нас еще остались дела. Тут было страшно. Поэтому, как бы, ко мне молоко. Без вопросов. Ай. Шкура медведя. А, ладно, хорошо. У меня задание здесь. Следовательно, я, наверное, дойду сюда. А это что такое? Испытание. Блин, да какое мне... Не, надо открывать карту. Усиленный колчан. О, усиленный колчан. Хорош. А, шкура акулы-людоеда. Так, ладно, подожди. Пойдем, откроем карту. Без карты очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень неудобно. Потому что всякие сокровища, листочки, это все не отображаются. Вот мне сейчас нужны зеленые листики, а где я их должен искать? Карта-то закрыта. Поэтому карту надо по-любому открывать. Следовательно, надо вышечку захватить. Это что, гольф? Нет? Ну, просто на Volkswagen Golf похоже, там, второго поколения, не помню. Первого, второго, по-моему. Пунцовый лист. Пунцовый или пунцовый? Подожди, какой вот пунцовый? Или пунцовый? Бляха, я не ебу вообще. Первый раз вообще такое слово слышу, если честно. Ну, серьезно. Стыдновато, конечно, в таком признаваться, но, бля, серьезно, первый раз слышу такое слово. Не надо больше книжек читать. Ну и вообще, в принципе, читать. А далеко бежать-то? А, не, недалеко. Мне бы зеленые листики. Ну их тут, походу, нет. Плохо. Здрасте, это вышка. Так, ладно. А есть тут ювелирка, сокровища, еще что-нибудь? Оленя я видел. Бляха, и кто-то рычит. Возможно, даже медведь. Не, все-таки вот так. Ну, медведь сюда точно не залезет. Без вариантов. Хотя гималайский мишка. Не, он по деревьям вроде как умеет ползать. Но это нихера не деревья. Так, стоять. Бляха, как тут высоко? У меня скоро боязнь высоты начнется с этой игрой. Подожди, я ведь и так боюсь высоты. Не, так что ничего, нормально все будет. Опа, аптека. Опа, потрошки. Так. Ненавижу тут на вышке залазить. В этом по факту нет ничего сложного. Но, блин, вот этот обязательный атрибут тут как-то немножко раздражает. Почему, ну... Ладно, если бы они охранялись. Ну, серьезно, тут просто тупорылая задача. Просто залезь. Просто залезь. Ну, поставьте каких-нибудь снайперов, какой-нибудь патруль, я не знаю. Ну, что-нибудь интересное. Просто залезь, неинтересно же. Что, меня желтит, не желтит? Да вроде нет. Так, я вижу сокровище номер раз. Не вижу ничего. Сокровище номер два. Так, ладно, ну я увидел немножко этого. Радиовышка включена, отлично. Что-то у меня бесплатное открылось. МП-5.
Ну, блин, так-то, конечно, было бы неплохо МП-5 заюзать. Типа вместо дробовика. Но нет, неохота. Ладно, поехали. Куда нам? Вот у нас основное задание, тогда сюда и поедем. Так, акулы, кабаны. Не, не интересно. Мне кажется, я не в том направлении поехал. Ебать! И не говори, братан. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, не стреляй! Ну я ж не стреляю, ну чё за несправедливость-то? Я не стреляю, он стреляет. Да я точно не туда еду ведь? Бляха. Нас всё преследовать будут. Немножко неудобное тут управление, но с кем не бывает. Кто, бляха, заехал вообще? Ладно, я понял. Я куда-то не туда заехал. Что это? А, подожди, а это не то место, куда я ходил к этой? Да. Все, я понял, где это я. Подожди, или это не оно? Там на входе охрана стояла. Не, ну кто-то же здесь разговаривает. ЖЖ. Ага. Зацепился 33 раза, конечно. Тоже наверх? Нет, внизу. Бляха, не могу понять, оно это или не оно? Это место или не это место? Кто-то висит. И где сокровища? Наверху, внизу? Кто разговаривал? Хер просышь. Да где тут кто? Че за херня? Почему тут никого нет? Ну разговаривал же кто-то. Ну мне ж не причудилось, не приснилось же. Бляха, нет никого. Ой, ладно, пацаны, идите нахер. Я вас найти не могу, вы меня найти не можете, но я вас слышал, и теперь вас больше нет. А. Это я забираю. Все, я пошел. Короче, скучные вы. Ну, кто-то здесь явно был. Ладно, хер с вами. Бляха, 600 метров пешкодрапом. Ой-ой-ой, а чё так высоко? Так, я умру или...
А, это не нормально. Просто 150 метров срезали. По наклонной. Опа, зеленые листики. Да ну хорош пыхтеть. Ой, это что такое? Интересно. Ну то, что меня тут машина ждет, это конечно. Это кто? Бляха, под креп едет. Нормально. Миша! Миша, ты, сука, не рычи. Бляха, Миша, серьезно, пошел нахуй. Все, Мишка, Мишаня, спокойно, спокойно, спокойно. Все, хорошо. Да я просто еще тому медведю должен. Сейчас еще новый прицепится, бляха. Ай! Это как это? Ну, это точно не медведь был. Нормально, от погони ушли. А, стой, мне надо остановиться. Я просто не знаю, что меня там ждет, поэтому... Ого, там лагерь. А, бак? Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему Джейсон, не сказал? Джейсон, Джейсон, не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет. Нет. Сначала преподам тебе урок истории. М? Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы ебашки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра. Включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. А этот твой чертов нож... Я убью этого ублюдка. Он прям таких бешеных колоссальных денег стоит или что? Как? Я что-то понять не могу. В чем прикол дес этого ножа? Он дает бессмертие, вечную жизнь или... или что? Я понимаю, если он стоит там пару-тройку лярдов. Кто-то, блядь... Я слышу змей, но я их не вижу. Здесь все сильно разрушено. Бать, ты проницательный, конечно. Нет? А как мне? А, всегда забываю смотреть наверх.
Бляха, да где они? Ах ты ж, сука. Я тебе говорю, что я слышу змей. Но не вижу. Еще одна где-то? Не, вроде нету. Так, доберитесь до ангара подводных лодок. Это я уже здесь. Тихо. О, черт. Здесь люди бля. А этот пиздюк знал, что они здесь? Это место меня пугает. Свалить бы отсюда. Найди работу, найди работу. Заткнись, овца. Здесь я, мужик. Я, если честно, не знал, что так можно. Вроде неплохо все получилось. Опа, аптечка. 9 штук. Максимальное количество. Одну можно слить. Ой, бабленские. Все, вперед. Куда? Тихо. Я тут потею, как свинья. Сто процентов больше потеть не будешь. Так, мне что-то не нравится эта музыка. Ой-о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 й. Блять, ну как так можно было промазать? Ну ебаный в рот, ну Ромчик, ну что ж с тобой не тот, а? Я встану за орудие! Ой, какое орудие ты встанешь? Ебать, там пулеметный расчет, походу, сидит. О! Ты где? В смысле? Я тебя не заметил вообще! Я иду за тобой! Нихуя себе! Поймал! Убить говнюка! Убил? Хера я его не заметил. Серьезно, он как-то подошел, вообще невидимка. Стелсер, просто супер быстрый. Так, это мне уже больше нравится.
Это обезьянки пищат. Ты же не будешь на меня нападать? Ты учти, нападешь, я тебе жопу отстрелю. У меня дробыш. Кто? Сука. Ой, а что там красное? Мне это не нравится. Почему там красный прицел? Перекрестие красное. Блять! Я тебе говорю, сука, не нравится мне это! Ой, крокодил просто сидит. Пидор мод. Где ты, сука? Дай мне шкуру свою. Хорош. Говорю, перекрестие красное, оно не просто так. Сучара, крокодильская рожа. Так, Джейсон, сыграем в Индии. Сейчас нужно начать. Да! Работало. Допустим. Есть еще крокодилы? Вроде нет. По-любому меня уже кто-то будет поджидать. Но не может быть, чтобы вот так вот просто я зашел, взял и вышел. Это что такое? Обезьянка. Естественно. Не, ну обезьянок я гасить не буду. Мне нужен тот уступ. Два ключа. Легко. А, в смысле, какие два ключа? Где ты видишь? Давай. Открылось, ладно. Шест гнилой. Вода, бывает. Гениально. Меня вообще так-то, по идее, должно было смыть вообще очень просто жестко сильно. А я не достаю, пацаны. Ну. Так, ладно. Сейчас все будет. Все, так хорошо. Почапали. Найдите способ попасть. Леха, это же надо быть. Да в смысле? Да я что, ни в одну дырку не пролазю, что ли? Как так-то? Все, я понял, нормально. Опа. Так, погоди. О, ага.
что я ищу? Так это вторая часть компаса. Черт! Чего-то тут все падает. Подберите-ка компас или компас. Не знаю даже, как правильно. Так, мягко и тихо. Мягко и тихо. По-любому ебанется. Нет, странно. Это получается, я собрал две части от компаса. Теперь я могу собрать компас и непосредственно уже куда-нибудь что-нибудь. Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож, доволен? Не-не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Ну так повернись обратно. Засуну. Это что за чудеса? Мое сердце трепещет в предвкушении. До встречи, Джесс. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Не, друг. Знаю, куда идешь. Чего? Последнюю реплику вообще не понял. Ладно. Поговорить с Баком. Бляха, ну туда далеко по-любому до Бака идти. Так, а как мне сюда попасть? У меня есть один навык. Это прыгнуть сразу двоих убить не хочу. Что-то с ними по очереди. Нет, чтобы три ячейки здоровья. Быстро останется количество ячеек здоровья. Ну, давай вот это возьмем. Пофиг. А как мне сюда-то пройти? Я не знал, что у меня есть ключ от таких дверей. Так, янтарный лист. Мне интересно. Где мне искать Бака? Вот он у нас. А я? А я здесь. Я могу сразу к нему напрямую пройти, но это неинтересно будет. Предлагаю поступить каким образом? Мы, во-первых, переместимся на привал убийц. Там кое-что продадим, кое-что купим. Это будет нам полезно. Тем более, что у меня халявный МП5 еще появился. Но нужен ли он мне? Давай попробуем МП5 потаскать. Так, подожди, экипировать вместо дробовика. Что я хочу? Два обвеса. Глушитель хочу. Голографический прицел. Нет, расширенный магазин мне не нужен. И голографический прицел. А еще я хочу поменять у него раскраску. Это баловство, конечно. Ну, пусть будет пустыня. Так, отлично. План, значит, какой? Во-первых, выйти отсюда нахер. Просто почему бы и нет. Ну, вроде как неплохо. То есть у меня единичка МП5. Здесь у меня F1. Ага, допустим. Смотри, значит, мы каким образом поступим в следующий раз. Мы стартуем здесь. Идем сразу же в после 12. После этого заскакиваем к радиовышке. После этого заскакиваем в старые шахты.
и уже идем к баку. Мне кажется, так будет самый интересный и самый правильный маршрут. Но это уже в следующей серии, так что если интересно, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайки. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр. Oh my God.